Карачаево-Черкесское региональное отделение партии «Единая Россия» в очередной раз в рамках акции «Спасибо врачам» оказало благотворительную помощь медикам. Это те люди, которые работают с инфицированными больными в условиях борьбы с пандемией коронавируса. Альбина Ланкова с подробностями. Продуктовые наборы и фрукты привезли в рамках акции «Спасибо врачам» для медработников, которые непосредственно контактируют с больными коронавирусом. Их изолируют от родных и создают все необходимые условия. В этой гостинице их проживает 100 человек. На сегодня в рамках акции «Спасибо врачам» подготовили 230 соцпакетов. Они предназначены для медработников, которых после смены разместили в трех гостиницах. Работают они вахтовым методом по 6 часов. Начальник Северного госпиталя для коронавирусных больных выразил благодарность за поддержку и вместе с тем отметил, что медики достойно справляются со своей работой. Физически они своей профессии отдаются 100%. И морально, благодаря таким акциям, благодаря волонтерам, благодаря «Единой России», они духовно восстанавливаются. Процесс передачи набора волонтерами осуществляется при соблюдении всех мер предосторожности. Их оставляют в холле здания. Волонтеры ни с кем не контактируют. Руководители регионального исполнительного комитета Карачаево-Черкесского отделения партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев отметил, что у медиков, которые каждый день помогают заболевшим, сегодня колоссальная физическая и психологическая нагрузка. Спасая других, они рискуют своим здоровьем и жизнью. Работая в таком тяжелом режиме, их труд переоценить невозможно. А для того, чтобы поддержать врачей, они вместе с единомышленниками периодически проводят акции. Эта акция, в ней приняли участие все партийцы. Это депутаты парламента фракции «Единая Россия», депутаты районных советов, депутаты сельсоветов. Это члены правительства, партийцы, сторонники партии. Это просто люди, которые захотели в этом принять участие. Мы все дружно сегодня им говорим вот это важное словосочетание «Спасибо врачам». Продуктовые наборы состоят из чая, кофе, печенья, шоколадных конфет и фруктов. Питьевая сладкая вода более 2000 бутылок была предоставлена крупной компании. Организаторы акции «Спасибо врачам» отметили, что это не разовая помощь. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, «Вести», Карачаево-Черкесия.